с такой пипкой только. Пу! Всем привет! Это Купидитас. Сегодня у нас необычное интервью, необычное видео, точнее, интервью хотели бы взять у заслуженного мастера спорта в яхтенном деле, у Максима Немченко. Мы сейчас стоим на его лодке, это достаточно мощная спортивная лодка Фар-45. Безусловно, мы уже очень хотим познакомиться с этой лодкой, посмотреть ее как следует, посмотреть ее особенности. Но для начала хотелось бы вас познакомить с Максимом, чтобы вы имели представление, что за человек стоит перед вами и что он такое будет нам сегодня рассказывать. Правильно, Максим? Правильно. Вот, поэтому расскажи буквально несколько слов о себе из яхтенной жизни, какие у тебя спортивные достижения, я знаю их очень много, поэтому давай основные какие-то моменты отметим, чтобы зритель понимал, о чем идет речь. Ну, меня зовут Максим Немченко, я профессиональный яхтсмен, уже более 30 лет, наверное, с 85-го года, да, с 85-го года. Профессионально гонялся, то есть с детства, начинал с оптимиста, потом кадеты, лазера, 470, четвертонники, ну и потом уже большие лодки, как бы было несколько больших лодок, в том числе и своих, ну и вот в данный момент вот эта лодка, вот Фар-45. Ну смотри, Максим, как ты правильно обозначил, и я, в принципе, это тоже знаю, что это у тебя далеко не первая лодка, и вот сейчас ты именно остановил свой выбор на Фар-45. В двух словах, чем обусловлен выбор, почему именно Фар, почему 45-й, и вообще, почему данная конкретная лодка? Ну, как бы, путь был не быстрым, как бы, в выборе лодки. Было у меня до этого еще две лодки, была у меня четвертонная лодка типа Полярис, она была, может быть, лет 10 назад у меня, ну, она, соответственно, маленькая, и на большие серьезные какие-нибудь соревнования офшорные она не годилась. Вот, 3 года назад, значит, у меня появилась Фар-40, это примерно такая же лодка, как эта, но более маленьких размеров. Вот, тоже хорошая быстрая лодка. Ну, у нее, скажем так, гандикап немножечко завышен. Вот, у этой лодки она уже более крупная, более скоростная, с нормальным гандикапом, с нормальными скоростными характеристиками, с удобствами внутри, грубо говоря. Ну и на такой уже лодке можно идти далеко, долго и, скажем так, не уставать. То есть, как я понимаю, эта лодка, она для более серьезных, более интересных таких, более взрослых, скажем, гонок, для уже мирового уровня больше подходит, чем предыдущие. Да, она более универсальна, она может гоняться как короткие гонки, она очень подвижная, очень маневренная, вот так и длинные гонки в тяжелых условиях, она очень мореходная, очень крепкая, корпус у нее сделан из кевлара, при весе всей лодки меньше 7 тонн. И, грубо говоря, киль у нее где-то 53% от всего водоизмещения. То есть это порядка 3,5 тонн. У нее весит только киль. То есть, опять же, у нее карбоновая легкая мачта, довольно-таки длинная. Ну, очень большой гардероб парусов на все случаи жизни. Как бы. Она более подходит для различных погодных условий, как бы, и временных, так сказать. Еще вот, Максим, ты применил какое-то непонятное для многих, наверное, слово «гандикап». Понятно, что кто-то может погуглить, повикипендить и так далее и тому подобное, но в двух словах, что такое вообще гандикап? Что-то больше, меньше, удобнее, неудобнее? Ну, гандикап – это оценка скорости яхты, математическая, грубо говоря. Она выражается в зависимости от системы, либо в секундах на милю, то есть за сколько секунд яхта проходит одну милю, либо в коэффициенте, который умножается на время, которое было пройдено по дистанции. Вот, в двух цифрах как бы выражается. Там очень много размеров учитывается, ну, практически все учитывается, и эта цифра довольно-таки точна.
Угу, понятно. Ну, соответственно, кому захочется раскрыть для себя полностью вот этот термин гандикап, я думаю, что интернет нынче в помощь. Ну да, это отдельная тема, как да. Можно рассказывать очень долго. Ну, а мы потихоньку подбираемся, да, то есть с Максимом мы в двух словах познакомились. И хотелось бы, наверное, еще спросить, вот чем ты сейчас занимаешься, вот что для тебя эти гонки дают, зачем ты в них участвуешь и что это вообще такое? Ну, гонки – это состояние души, скажем так. Угу. Вот. И не только моей, многих наших участников. Вот. Вот мы им занимаемся, наслаждаемся. Иногда побеждаем. А иногда хорошо побеждаем, да? Иногда хорошо побеждаем, иногда не очень. Ну, все зависит не только как бы. От удачи тут тоже много чего зависит. Угу. Ну что же, давайте потихоньку перейдем к знакомству с лодкой, поскольку я сам по себе в гоночных лодках понимаю очень мало, да, то есть мне как круизеру могут какие-то моменты показаться важными и не иметь никакого отношения к спортивной лодке, и в спортивной лодке какие-то, наверное, свои стоит расставлять акценты. Поэтому, наверное, попросим Максима провести нам краткую экскурсию по основным элементам. Вот, например, сразу может броситься в глаза вот такой вот огромный штурвал. Казалось бы, зачем на лодке такой огромный штурвал? Давайте тогда начнем, наверное, прямо с него и пробежимся по основным элементам. Значит, штурвал. Зачем здесь такой большой штурвал? Большой штурвал здесь для того, чтобы мы могли комфортно рулить, сидя либо на левом борту, вот как я сейчас сижу, рулю. То есть я сижу, рулю, мне видно паруса, мне видно стаксель, мне видно колдунчики, как бы, и мне удобно. Также я могу перейти на другой борт после поворота, грубо говоря, на правом галсе я рулю вот с этого борта. Мне опять все видно, я вижу команду, вижу, что происходит впереди, вижу, что происходит сзади. Вот, если бы штурвал был, грубо говоря, маленький, то я не мог бы смещаться в сторону и видеть паруса. Есть альтернативный вариант, как бы ставят два штурвала, два маленьких, но два маленьких штурвала, вообще маленький штурвал, он не имеет ярко выраженной обратной связи. Тут через большой штурвал, тут очень маленькое передаточное число, то есть практически напрямую связан с пером руля, и ты чувствуешь, как лодка себя ведет, то есть очень хорошая обратная связь, то есть ты чувствуешь нагрузку, если она большая, то значит что-то у вас не так настроено с парусами. Вот, либо ее нет, то значит что-то недогружено, что-то, ну, в общем, недобрано. Вот отличие больших штурвалов от маленьких. Тогда расскажи нам, пожалуйста, про погон. Вот он почему-то у тебя за спиной оказывается. Обычно штурвал в самом конце, а погон где-то там спереди, на рубке. Ну, здесь как бы это гоночная лодка. Обычно, да, каретка находится прямо напротив кормовой части гика. Это сделано для того, чтобы меньше нагрузка была на гикошкот. Потому что здесь нагрузка на гикошкот очень большая, соответственно, тут рычаг как бы большой, и ну, легче просто его добирать до нужного состояния грот. Ну и не нужно так усиливать, допустим, конструкцию лодки, если гикошкот был, грубо говоря, посередине гика, там нагрузка в два раза больше. Ну плюс, если погон стоял там, то, грубо говоря, он мешал бы людям, вот, которые работают здесь в кокпите. А здесь в кокпите работает 4 человека. Грубо говоря, вот тут работает 4 человека. Ну и он бы им постоянно мешал, особенно повороты фордевинт, когда гик перелетает туда-сюда, плюс гикошкот, он, ну, вызывал бы много неудобств, грубо говоря. А тут... А расскажи, какие основные органы управления парусами здесь присутствуют на лодке, потому что я вот вижу у тебя возле штурвала полным-полно каких-то веревок выходит, и что-то с ними, наверное, надо делать так или иначе. Да, здесь, значит, здесь на консоли находятся, ну, это тонкие настройки парусов. Здесь, значит, вот эта веревка, это у нас каретка. То есть мы ее добираем, у нас каретка ездит вправо-влево. Значит, вот эта веревка, это канинхема. Она натягивает переднюю кромку грота, она уходит под, сквозь весь корпус, выходит в мачту. Значит, здесь, значит, консоль гидравлическая, это гидравлика натяжения Ахтерштага, вот, и гидравлика натяжения аутхола, то есть аутхол, ну, либо по-русски это гротошкот. То есть вот переключатель, это положение аутхол, это положение Ахтерштаг, вот так мы качаем. Тут манометр, он показывает, какая нагрузка в тоннах. Вот здесь кнопочка для того, чтобы травить.
То есть, чтобы под креном не спускаться туда, не откручивать вот этот вот краник. То есть ты рулевой, ну, шкотовый сидит, вот здесь обычно сидит гигашкотовый, у него тут кнопочка. То есть он ее просто нажал, и ахтерштаг, либо аутхол потравился. Вот, я сейчас сижу на месте гигашкотового, вот эта вот лебедка, она управляет гигашкотом. Значит, здесь сидит гигашкотовый, да, и управляет гротом. То есть у него функция — это гигашкот, конинхема, каретка и вот та консоль. Значит, соответственно, здесь сидит рулевой. За рулевым, значит, вот здесь сидит тактик. Он помогает рулевому вести лодку. Говорит, где какие соперники. То есть, ну, дает полную информацию о соперниках и об окружающей обстановке. Тут даже есть пеленгатор, вот можете увидеть, небольшой. Да, это наклейка, это пеленгатор, да, чтобы следить за соперником, то есть с помощью него можно понимать, там, проходит лодка или не проходит, там, правый, левый галс, обгоняет, не обгоняет, там, ну, как бы относительно, свое положение относительно других можно с помощью нее понять. Значит, здесь дальше у нас идет, здесь у нас это стаксельные лебедки. Значит, здесь обычно работает стаксель шкотовый. Стаксель шкотовый обычно человек сильный. И желательно небольших габаритов. То есть богатырь, стандартный. Да, маленький богатырь. То есть он должен быть легким, вот, достаточно, чтобы при крене он мог спуститься на подветренный борт и добрать там или потравить без особого ущерба для скорости и для открена. Вот, обычно стаксель шкотовых два, один крутит, один тянет, как бы. Вот, они располагаются здесь. Значит, вот тут у нас впереди это место питмена. Здесь, значит, у нас работает человек, который поднимает фалы, опускает фалы. Это лебедки, ну, в данный момент на них муринги висят. Вообще это это фаловые лебедки. То есть поднимаем спинакеры, стаксели, опускаем, значит, спинакер-гики, там, ну, очень много веревок, там тоже работы хватает. Иногда их двое питманов, то есть один может все не успевать, там бывает такие действия, что просто не хватает рук. То есть обычно получается, у нас стандартная команда: два стаксель шкотовых, гикошкотовый и один питман. И можно потом догружать уже по команда, вкусу. Это команда, которая в кокпите работает. То есть дальше идет после питмана, либо двух питманов, то есть идет мачтовый. Да, вот здесь вот, значит, располагается мачтовый. Возле мачты, вот как я говорил, мачта тоже карбоновая. Значит, и он помогает питману поднимать паруса. То есть он тянет, грубо говоря, вот из мачты там вот эти фалы, значит, либо там поднимает, регулирует там высоту спинакергика. Вот. Мачтовый обычно должен быть высокого роста, ну и тоже довольно-таки физически сильным, потому что фал надо тянуть. То есть чем выше человек, тем выше он может ухватить фал и ниже его как бы руками поднять. То есть тут, ну, тут надо делать все быстро, все-таки это гонка. Вот, дальше идем. Значит, здесь у нас на носу место бакового. Вот, баковых иногда бывает два человека, то есть это уже лодка большая, один человек здесь не всегда справляется. Вот здесь бывает два человека. Это человек, который помогает ставить стаксель. Вот он у нас сейчас в кисе как бы сложен. Но стаксель здесь поднимается вручную, здесь никаких закруток, ничего нет. Вот, то есть он его поднимает, опускает. Также он поднимает, опускает спинакер. Спинакер поднимается вот отсюда из люка. Ну, прицепляет, распутывает. В общем, всячески здесь способствует ускорению всех этих процессов. Ну, вот это основные органы, да, получается, управление. Да, да, это основные органы управления. То есть, грубо говоря, на этой лодке должно быть, то есть, как минимум один баковый, один мачтовый, один питмен, два стаксель шкотовых, это уже 5, гикошкотовый 6, рулевой, то есть 7 человек, это минимум, который как бы должен быть на лодке. Вот обычно у нас экипаж от 10 до 12 человек, если это длинные гонки, то это 2 вахты, то есть 5 человек спит, 5 работает, либо 6 спит, 6 работает. Ну что ж, давай тогда пройдем внутрь, посмотрим, где вся эта бригада размещается у нас. Угу. Пойдемте внутрь. Вот, значит, мы внутри. Ну, здесь у нас все минималистично, но все очень функционально. Мы имеем здесь 8 коек. 8 коек. Угу. Койки, значит, они все подвесные. Угу. В зависимости от крена можно изменять их угол, угу, чтобы не падать.
То есть на ходу очень удобно спать. У нас есть камбуз, печка, есть у нас раковина, умывальник, значит, есть у нас холодильник, он вот здесь располагается. Тут у нас такое бытовое помещение, здесь у нас одежда, веревки висит, здесь у нас склад парусов. То есть обычно в носу каюты нет, как в носу каюты круизера. Нет, да, здесь очень важно, чтобы на спортивных лодках и нос, и корма, они были легкие, поэтому здесь практически никаких вещей, ничего, вот только паруса, которые сейчас мы не используем, они здесь лежат. Угу. Вот у нас тут такой маленький санузел, значит, с умывальником. Угу. Тоже. Угу. А душ какой-то присутствует? Нет, здесь душа нет, душ только на улице. Угу. Душ на улице, ну тоже хорошо. Вот дверь есть. Вот и, кстати говоря, почему-то круизные лодки не используют такую простую, такой прекрасный механизм, который позволяет избегать конфликта дверей. Да. Вот смотрите, как замечательно придумано. Да, это очень открыл, удобно. Закрыл, ничего хлопнуть никаких не никаких петель, никаких ничего, замков. Ни за закрыл. Что не зацепляешься. То есть надо бы круизным лодкам такие моменты, мне кажется, тоже перенимать. Да, вот мачта у нас проходит сквозь палубу, упирается она в килевой брус. Здесь он целиком металлический. И что-то тут очень много каких-то веревок у тебя. Да, это веревки, значит, это гидравлика аутхола идет, это у нас Каннингема идет. То есть вот эти вот штучки, которые мы видим. Это те штучки, которые вот там вот на консоли возле штурвала, Они здесь выходят в мачту и уже дальше идут на паруса. Так, здесь у нас мотор. Мотор обычный дизель. Про него можно не рассказывать. Здесь у нас вот в корме под кокпитом штурманское место. Здесь обычно сидит штурман, если гонка длинная. Вот тут у нас все необходимые приборы. Тут показания приборов, то есть глубина, скорость ветра, скорость лодки, курс и так далее. Тут у нас картплоттер, радиостанция, музыка, распределительный щит. Вот. Плюс у нас еще есть вот тут такой судовой компьютер. Сейчас он пока не включен. Вот. В общем, судовой компьютер, он нам помогает в решении навигационных и погодных вопросов и задач, да. То есть он рассчитывает. Тут есть специальный софт, есть поляры, это скорость, которую лодка должна развивать в определенных условиях при определенном углу к ветру, то есть они здесь прописаны, и программа высчитывает оптимальный курс. Но это актуально для офшорных гонок, для длинных гонок, как бы для коротких нет, там другая немножко специфика. Программное обеспечение, мне кажется, это можно целую передачу снять и не одну. Да, это тоже очень долго рассказывать, застрять не буду. Важно, что она есть, все работает. Да, вот у нас здесь, значит, корма, и там темно сейчас, я не знаю, фонарик. Ничего страшного. Вот она тоже пустая, там ничего нет, ничего не находится, не располагается. Тут тоже веревки, это тали погона, вот прямо перед вами. Дальше у нас идут штуртрасса от штурвала, от большого, там сектор и балер. Ну, в принципе, все. То есть, в принципе, все открыто. Да, все открыто, все доступно. Можно, да, если все что, можно подремонтировать, проинспектировать. Быстренько. Ну, тут все просто, тут особо ломаться нечему. То есть, отличие как бы спортивных лодок в том, что сделано все очень просто. И так, чтобы это не ломалось, грубо говоря. Значит, тут у нас техническое помещение. У нас тут топливный бак. Тоже гидравлика расположена. Запасное топливо на всякий случай. Вот. Ну, в общем, вот так. Ну, под койками, соответственно, везде рундуки. Под коечками рундуки. Да, под коечками у нас рундуки. Ну что, Максим, спасибо большое за экскурсию по лодке. Да, то есть понятно, что сейчас в рамках интервью не охватить множество аспектов, но примерное понимание по лодке, я надеюсь, мы получили. Еще хотелось бы задать несколько буквально вопросов Максиму. Вот смотри, Максим, ты сейчас участвуешь в регатах, и это регаты достаточно с большим, громким, так сказать, именем, да? Какие это примерно регаты, то есть что это вообще за регаты, что за мероприятия? Ну, большие спортивные мероприятия, это обычно регаты, организованные Rolex'ом, это спонсор у нас такой есть. Международная регата, она проводится
Ну, они по всему свету проводятся, но здесь, в нашем регионе, это Джерали Rolex Cup, Rolex Middle Sea Race. Угу. Ну, как бы вот две регаты на Средиземном море, да, мы в этом году будем у них участвовать. Вот. В Джерали мы... Самый лучший результат у нас был 4-е место. Ну, вот все никак не дотянемся. На новой лодке, я думаю, что уже будет легче. Да, здесь уже будет проще как бы это делать. Угу. Потом будет у нас Кубок Короля Испании в августе. Это будет на Пальме де Майорка. Это такой будет очень сильная регата, очень сильные соперники, очень заряженные лодки. Там все будут лодки именно такие вот нашего уровня. Вот очень, ну, довольно-таки технически сложная регата. Ну и, соответственно, давай перейдем к блоку, который уже интересен нашим зрителям. Наши зрители – это обычные самые люди, и далеко не все из них имеют отношение к яхтингу, но кто-то хочет, может быть, как-то приблизиться, пристраститься, и не только с точки зрения круизинга, а с точки зрения регат. Скажи, вот обычный самый человек, который мало имеет отношения к яхтингу и к гонкам, как таковым в частности, вообще какие-то шансы имеет, с чего ему начать? Откуда точка отправления, чтобы, допустим, принять участие в какой-то вот королевской регате Испании? Ну, это же круто, мне кажется. Да, можно, это в принципе несложно. Мы на разных регатах гоняемся, не только такого высокого уровня. Можно пойти для начала на какую-нибудь регату попроще, где не так важен опыт. Ну, в любом случае, у нас большая часть команды, там 50-60%, это опытные яхтсмены. И новичку в таком составе очень, он довольно-таки быстро и легко обучается. Потому что ему всегда подскажут, всегда помогут, как бы. Очень быстро учится, то есть, и буквально за пару таких регат уже человек начинает понимать, что к чему, и уже активно потом участвует в регате, и иногда и обучает других новичков. То есть, грубо говоря, к тебе можно записаться на какие-то курсы? Да, к нам можно записаться, мы помимо гонок, у нас еще есть переходы, там между, от одной регаты к другой, значит, мы переходим, то есть, можно туда присоединиться, просто попробовать. Для начала. Вот. Иногда мы проводим тренировки. Ну, где-то раз в два месяца у нас тренировки. Ну, в зависимости от того, где лодка, там и тренировки. Сейчас у нас будет с 15 апреля тоже. Вот, экипаж собирается. Мы будем тренироваться перед сезоном неделю. Будем ставить, убирать спинакер на время, на скорости. Ну и как бы. Ну, отрабатывать основные, моменты и маневры. Ну вот смотри, Максим, ты уже 30 лет, грубо говоря, в спорте, да, то есть это срок не маленький, да, фактически это весь мой возраст, можно сказать, с небольшими там поправками. То есть у тебя много достижений. А вот подскажи, допустим, вот человек средних лет, который, ну, вот уже там 30-40 лет ему, может ли он рассчитывать, если он сейчас займется гонками, займется обучением, тренингами, может ли он вообще рассчитывать на какие-то результаты? Может ли он рассчитывать на то, что он будет соревноваться с крупными акулами яхтинга, так скажем, и побеждать? Такое вообще возможно или нужно, да, прям конечно. С пеленок? Нет, не обязательно. Конечно, можно. Главное желание. Ну и время нужно на это. То есть, это такое. То есть, если хочешь достичь хорошего результата, надо уделять этому время. То есть времени уходит довольно-таки много. То есть получается, если мы хотим победить, например, в Ролексе или в королевской регате Испании, то имеет смысл, наверное, к тебе записаться на тренинге, да? Может быть, даже поучаствовать в какой-то одной-двух регатах попроще, и уже к концу сезона, к середине сезона рассчитывать уже на какие-то достижения, возможно, да? Ну, отлично. Я думаю, что те, кому интересна именно спортивная часть лодок, кто любит скорость, экстрим, кто хочет не просто ходить на яхте, а покорять стихию в том числе, да, оседлать волну, как это модно теперь говорить, я думаю, что мы оставим контакты Максима, тем более я знаю, что сейчас у вас готовится сайт. Ну, вот он с полной информацией. Да. Я думаю, что к моменту выхода ролика уже будет готов сайт, поэтому внизу в описании обязательно посмотрите, будет вся контактная информация о Максиме, о его лодке и о том, как можно принять участие в тренинге или в гонке, или еще в каких-то других
мероприятиях. Может быть, вам будет интересно на первом этапе познакомиться с лодкой и поучаствовать, например, в перегоне. Да? Да. А там уже дальше принимать участие, потому что Максим, как я понимаю, не планирует завершать карьеру. Пока. Наоборот, развитие. И все самое интересное у нас будет впереди. Ну что же, ребят, если вам понравился такой формат видео, такой как интервью с чемпионами, с мастерами спорта заслуженными, то пишите об этом в комментариях, ставьте лайки, и таких видео мы будем стараться снимать как можно больше. Также, если какие-то вопросы остались, пишите их в комментарии, пишите их Максиму или мне, контакты тоже все оставлены. Вот, подписывайтесь на канал, потому что в дальнейшем, безусловно, будет все только самое интересное. Ну что же, спасибо за просмотр. Всем пока!